конечно, хочется, чтобы все было нормально в наших семьях. И лично у моей, и у каждой семьи, и горожан нашей страны хочется пожелать стабильности, хочется пожелать развития вперед нашей стране, вот, нашему обществу. Ну и чтобы действительно было спокойно, как сегодня в нашей стране, в Республике Беларусь, что мы можем спокойно сегодня и вечером, и днем, и утром, и любой праздник спокойно гулять по городу, спокойно гулять с детишками. Вот. Мы, может быть, не понимаем вот того, что дает сегодня стабильность, что дает сегодня вот это спокойствие в обществе. И вот, наверное, самое главное, если вот все это сохранится на долгие-долгие годы и навсегда, наверное, надо ценить то, что сегодня есть в нашей стране. Это главное. И хочу пожелать, чтобы это все сохранилось каждому из вас. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.